Вечером во вторник на пересечении проспекта Ленина и улицы Октябрьской столкнулись два автомобиля. Белый Nissan при повороте налево врезался в двигавшийся ему навстречу в прямом направлении по проспекту Ленина ВАЗ-2109. Водитель девятки утверждает, что двигался на разрешающий сигнал светофора. Женщина, находившаяся в момент аварии за рулем иномарки, комментировать ДТП отказалась. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. В результате столкновения сочетные травмы получила пассажирка Nissan.